В пансионате автомобилист начал свою работу ежегодный семинар Федерального дорожного агентства. В нынешнем году его тема – предоставление госуслуги по выдаче специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В работе принимают участие представители Министерства транспорта России, Росавтодора, МВД, территориальных органов управления дорожным хозяйством и коммерческих структур. Основная задача – максимально разобрать новые положения в области сохранности автомобильных дорог, рассмотреть проблемные вопросы и пути их решения.